Итак, добрый вечер. Сегодня я смотрю, пришло много народу, что очень приятно. Тот, кто со мной не знаком, потому что вижу много новых людей. Меня зовут Мирьям Портной. И сегодня мы с вами поговорим о такой вещи, которая называется «Хасидише Халоймес», о хасидских снах. Да, сейчас уже доказано, что музыка не только воздействует на человеку, не только воздействует как его на психику, так и на физиологию, но может даже вылечивать разные заболевания. То есть музыка, она настраивает организм определенным образом и приводит в некое состояние гармонии с самим собой и с окружающим миром. Сейчас практически всем младенцам, все, у кого есть маленькие дети, да, они видели, специально покупают игрушечки, которые вешают на детскую кроватку, чтобы ребенок засыпал с определенной мелодией, получал какие-то определенные чувства. Вообще доказано, что музыка влияет на наши гормоны, и у нас выделяется особый белок, который дает нам потом ощущение счастья, просто ощущение счастья. То есть музыка настраивает организм определенным образом, и это очень как бы, то есть вот сейчас это только последние, я не знаю сколько, несколько десятков лет, это действительно принято у всех народов. А у нас же это было принято всегда, когда мы с вами говорим «Хасидише Халоймес». То есть что такое «Хасидише Халоймес»? Это когда мама укладывает своего ребенка спать. Мы желаем нашему сыну, нашему дочери, нашим детям ночью окунуться в хасидский сон. Что же такое важное происходит с нами, когда мы спим? Да, говорится, что Раби Нахман из Бреслава, я думаю, что многие слышали это имя, он в детстве каждую ночь ходил на могилу Бешта Бааль Шем Това, да, который был его прадедом. И там, засыпая у могилы, он общался с ним, просил благословения и поддержки. В нашем мире для того, чтобы что-то изменить, ответственность вот этого изменения лежит с самого начала жизни на родителях, для которых воспитание детей является практически самой важной заповедью. То есть пришел в этот мир ребенок, и ты как папа, как мама должен его действительно, должен ему объяснить, как хорошо, как правильно в этом мире двигаться вперед и жить еврейской жизнью, да? И если мы с вами хорошие родители, то наши с вами дети будут видеть хорошие сны. Надо сказать, что когда в моем доме было много детей, сейчас они уже выросли, да, вы знаете, что у меня с Божьей помощью, чтобы они все были здоровы, 9 детей, все уже выросли, 8 уже женаты и замужем, да. Так вот, самое, наверное, сладкие мгновения жизни были, когда в моем доме звучали вот эти же нигуним, те самые нигуним, вот с которых мы начали нашу беседу, когда звучала вот эта самая музыка, которая нас всех объединяла, которая делала нам невероятно хорошо на сердце. Нечто, что с одной стороны нас связывало вместе, а с другой стороны, когда дети уходили спать, вот уже наполнившись этой музыкой, да, после вот, или застолья, или после того, как мы вместе сидели,
они уходили спать, с улыбкой, и тогда вот этот самый нигун был этим самым пожеланием хасидише халоймес, да? То есть вот это сидение вместе у нас у евреев называется итвадут, то, когда мы вместе, это приносит нашему народу ощущение счастья и радости. А радость в семье обычно олицетворяет мама. Да, мама, когда она обнимает своих детей, когда она им дает силу в любви к ближнему, в вечерних сказках, историях, что она рассказывает детям. Настоящую радость можно получить каждый человек, не только ребенок, да? Только тогда, когда ты чувствуешь любовь к себе. Каждый человек хочет, чтобы его любили. Еще раз, это касается и взрослых, и детей. И когда я говорю, что очень важно желать хасидиши халомес детям, надо смотреть на своих близких, на мужа, жену, даже маму, бабушку, и желать им тоже, потому что они тоже нуждаются в нашей любви. И вот этим пожеланием мы уже можем передать свою любовь к ним, а также свою любовь к Всевышнему. И мы сможем вот этим самым, казалось бы, маленьким пожеланием включить силы нашей души. И тогда, после того, как наши дети заснут с улыбкой, с ощущением любви, тепла и так далее, они проснутся утром и смогут начать уже правильный день. Они смогут пойти и начать молиться с радостью. А сейчас у нас как раз с вами был Шаббат Хазон, да? А надо помнить, что хазон, откровение, в переводе хазон на иврите, по-русски это откровение, во сне было у наших праотцов. Да? Если мы с вами вспомним лестницу Яакова, да, многие помнят тут, наверное, где и как заснул наш праотец Яаков, и что он видел во сне. Да? А увидел Яаков ангела Вавилона, ангелов, которые поднимались и спускались, и ангелов Мидии, которые поднимались и спускались, и ангелов Греции, которые поднимались и спускались, да, и ангелов Рима и дома, которые поднимались и спускались. И тогда сказал ему Всевышний: Яаков, давай, и ты поднимайся. Но Яаков испугался тогда во сне, он испугался во сне, да, и сказал: вот как эти опустились, так и будет со мной, я не хочу подниматься. И на что ему Всевышний ответил: не бойся, Израиль, если ты поднимешься, то ты не опустишься. К сожалению, наш праотец Яаков не поверил и не поднялся. На что Всевышний ему сказал, что если бы ты поверил и поднялся, ты не опустился бы вовеки. И теперь же, да, поскольку ты не поверил, то все твои потомки будут порабощены четырьмя этими царствами в этом мире. Так что мы с вами в этом мире, во сне, в нашем сне, да, если не можем изменить то, что происходит со всеми народами и человечеством, то мы хотя бы можем принять решение о том, как мы будем себя вести, как мы будем себя вести на завтра. Известно, что на трех вещах стоит мир. Это на Торе, тфиле и цдаке. На Торе, молитве и пожертвованиях. Да? Я бы хотела остановиться с вами на пару минут на теме о молитве. Вы знаете, что центральная молитва, которая у нас происходит утром, она это Амида, и молитва называется 18. И вот что интересно. У нас с вами в позвоночнике есть 18 позвонков. Да? Можете спросить,
какое вообще отношение имеет количество наших позвонков к нашей молитве. Ведь молитва – это же работа сердца, да? Так тогда сколько в сердце отделений? 4, да? Так скажите там, назовите молитву 4. Почему же она названа 18? И вот Адмор Азакен говорит такую вещь, что у нас есть, у евреев есть 613 заповедей. И 613 заповедей – это как 613 органов. 613 заповедей было передано Моше. То есть это, как мы все знаем, 365 запрещающие, да, по числу дней года, и 248 предписывающих по числу органов человеческого тела. Вот. И каждому конкретному органу соответствует конкретная заповедь. Так вот, кто может ответить? Позвоночник, худ ашидра, является одним органом или это 18 органов? Кто знает, я знаю, у нас здесь есть много... Добрый вечер, людей, которые большие знатоки Торы и приходят. Вот Александр просит Ликадеш это Шиур, Лилойны Шмат, Рахель, Бат Альта, я не вижу, кто вы, Ирена. Да, так вот давайте сделаем это действительно лихвот. Так, я не очень хорошо вижу. Поэтому, кто может, прочтите в комментариях и обязательно комментарии Александра Островского. Вот, пожалуйста, чтобы это было в честь его родственницы. Вот, так что вы думаете, позвоночник, 18 позвонков, это отдельные как бы части нашего организма, или это один? Буду рада ответу, если кто напишет, если у кого есть свое как бы мнение на эту тему. Ну, пока я не вижу, что ответили, давайте я вам скажу, и мы будем пытаться понять, что, почему и как. Так вот, оказывается, позвоночник вообще не входит в этот расчет органов, да, 248, не входит, да. Так что же тогда такое позвоночник? Мы знаем с вами, что спинной мозг является частью центральной нервной системы и имеет прямую связь с внутренними органами, с кожей, с мышцами, да, спиной мозг – это на самом деле основной канал, обеспечивающий головной мозг информацией, от головного мозга информация идет в остальные части тела и нас управляет всеми органами, да, в том числе передает вот приказы, которые регулируют и наши движения, и наши чувства. И не дай бог, если что-то повреждено в позвоночнике, в спинном мозге, то это может вызвать или паралич, и вообще и сознательных, и двигательных функций, и может привести к утрате чувствительности, не дай бог, и так далее. Так вот, наш спинной мозг, наш позвоночник является тем самым мотором, который включает весь наш организм. Так и правильная молитва, да, правильная молитва – это душа наших поступков. 18 – это хай, это дает хают, это дает жизненность всем нашим поступкам. И вот мы с вами как бы начали со сна и перешли к молитве, потому что у нас сказано, что мицва, гурерат мицва, одна заповедь, одно хорошее дело, оно ведет за собой другое, то есть как магнитиком притягивает. И то, что мы
даем с любовью нашим детям, да, дает нашим детям силы продолжать и так далее, и в дальнейшем то, что мы в них вкладываем. И поэтому от нас зависит, какой будет жизнь наша, соответственно, не только наша, наших детей, соответственно, всего нашего народа. И как бы это ни казалось громко звучащим, всего мира. То есть от такой, казалось бы, мелочи, о том, как мы правильно пожелаем нашим детям пойти спать, о том, что они будут видеть ночью в своих снах, да? Кстати, может быть, кто-то может спросить, а что, если приходит плохой сон детям, да? Это что значит, что мы были плохими родителями? Или что мы им что-то не то, не так пожелали? Что не то тут, да? Ответ очень как бы неоднозначный. У одного из моих детей в детстве вообще были страшнейшие сны. Ему казалось ночью, что приходит какой-то большой, ему было, может быть, 3-4 года, ему казалось, что приходит какой-то большой паук, который садится на него и начинает давить. То есть жуткие какие-то страшные сны. И мы совершенно, он просыпался с криками, он не мог заснуть, его совершенно трясло, маленький ребенок. Вот, а мы тогда были только в самом начале, может быть, тшувы, много не знали еще, может быть, где-то неправильно воспитывали. Вот, и я могу сказать вам какую-то вот такую, может быть, очень простую вещь. Мы точно с вами знаем, что все, что дети видят вокруг, это заходит им в голову. Да? И в тот момент, когда они ложатся спать, они закрывают глаза, они отъединяются уже от того, что вот в этом мире происходит. Они это не видят. Они, мы, все люди, да. Мы остаемся прикреплены к тому нашему внутреннему миру и к тому, что мы сегодня успели внутрь себя внести, да? Если там, скажем, еврей съел что-то некошерное, да, то это влияет на его душу. Но если еврей услышал или увидел что-то нехорошее, да, если наши дети целый день сидят напротив телевизора, компьютера, играют в какие-то вот эти самые игры, а игры у нас сейчас очень продвинутые со многими разными такими или иными дмуётами, как сказать по-русски, с разными всякими героями, как положительными, так и отрицательными, по-разному выглядящими, да? То есть мы подвергаем наших детей, их душу, что именно вот то, что они видят, это их захватывает. И ночью, когда уже никакая действительность над ними не властна, и они могли бы открываться к хорошему, в них вот прорастает и отвечает где-то тому, что они увидели, да. Я не знаю, где тогда мой сын увидел что-то плохое, откуда это ему пришло, но действительно что-то влияет. С Божьей помощью мы очень быстро нам удалось избавиться от этих плохих снов посредством, надо сказать, лекарства. Успокаивающего типа валерьянки. Вот. Но, в принципе, надо понимать, что наши дети – это наше будущее. И то, что мы им даем, то, что мы в них вкладываем – это будущее всех народов. Поэтому давайте беречь, давайте любить вот то самое дорогое, что Всевышний нам дал. И если наши дети не захотят бабушкам, дедушкам давать своих детей, наших внуков и внучек, потому что они считают, что мы
даем им совершенно ненужное какое-либо или образование, или информацию, или еще что-то. Надо уважать желания вот этих самых наших детей, потому что на них лежит заповедь воспитания своих детей. Мы своих воспитали, во всяком случае, я надеюсь, что я своих воспитала. Хорошо или плохо, уже не будем говорить. Вот. И я хочу пожелать вам, чтобы ваши дети, ваши внуки видели всегда в вас тепло, чтобы вы могли передать им вот эту аидыше нишомо, да, вот это аидышеское еврейское воспитание, которое на самом деле держит наш народ, даже если человек перестал соблюдать вот это воспоминание о бабушке, воспоминание о теплых словах, о том, что она ему рассказывает, она всегда будет вместе с нашими детьми и с нами. Хорошей вам недели!